Здравствуйте, меня зовут Никольская Милана, и я хочу поделиться впечатлениями от тренинга «Муза для любимого. Возвращение женственности» Павла Колесова. Я благодарю высшие силы за то, что они мне дали возможность участвовать в этом тренинге. Я благодарю себя за то, что я все-таки зафиналила этот тренинг и прошла его до конца. Я благодарю Павла Колесова и его профессиональную команду за то, что они создали такой великолепный, доступный и очень нужный всем женщинам тренинг. Начну по порядку. Во-первых, я хочу сказать, что тренинг отразился положительно не только на мне, но и на всей моей семье, естественно, в лучшую сторону. И на мне, и на супруге, и на детях, и даже на родителях. С детьми потрясающие изменения. Дочка помогает по дому, ухаживает за мной, завтрак готовит. Стала слушать мои советы, охотно выполнять просьбы. У нас с ней стали более доверительные отношения. В школе ее начали хвалить. Она стала лучше учиться. Это очень приятно. Теперь я спокойна, что смогу передать ей эти знания, и она будет также счастлива со своим мужчиной. Сын тоже стал помогать мне, всегда несет вещи из машины, хотя ему всего 5 лет. Я стала с ним разговаривать как с мужчиной. Ты сильный, ты сможешь. Ему очень нравится, когда я так говорю. И он мне каждый день говорит комплименты, причем даже без повода. Мама, я тебя люблю, ты очень красивая, ты самая лучшая мама и самая веселая. Родители также стали относиться нежнее друг к другу. Они затеяли ремонт. Папа самостоятельно принял решение и отделал всю лоджию очень красиво своими руками. Они поменяли всю мебель. И я очень за них рада. Я стала сама с родителями внимательнее. Наши отношения стали более теплыми и душевными. Гармонизация произошла со мной. А положительно это отразилось на всех членах нашей семьи, и это очень радует. Я стала жить более полной жизнью, насыщенной эмоциями, впечатлениями и радостными событиями. И теперь я с уверенностью могу сказать, что я счастливый человек, прекрасная мама и супруга, внимательная дочь и красивая женщина. Было отработано на тренинге много внутренних конфликтов. Произошло полностью принятие себя. Павел просто волшебник. У него призвание помогать людям. Я стала лучше понимать себя. Приняла свое тело, свою сексуальность и себя саму. Я себя люблю. И теперь я каждую неделю обязательно себе посвящаю время. Я хожу в бассейн или на флоатинг. Это помимо того, что я занимаюсь йогой и сакральным танцем. Раньше уход за собой был каким-то автоматическим. Взяла крем, сделала макияж. А сейчас все осознанно и с любовью. Я научилась хотеть, иметь желания. И правильно доносить их до супруга и до других мужчин. Супруг поначалу озадачился. Чего это я тут всего захотела так сразу? А сейчас привык. И исполнение желаний ему доставляет удовольствие, потому что он знает, что сделает меня еще счастливее. Теперь супруг прислушивается к моим словам. У нас более доверительные отношения. Теперь он такой же нежный и ласковый, как был тогда, когда мы с ним поженились. Он мне подарил билеты на концерт, о котором я давно мечтала. Сделал ремонт дома. Причем предложил он ремонт сам. Об этом я даже не заговаривала. Теперь он все недочеты в доме видит и устраняет их сам без моего пиления. Тренинг просто переворачивает все представления об отношениях с ног на голову. Почему этому не учат в школе? Этот вопрос у меня возникал на каждом уроке, когда я прослушивала информацию об отношениях. Чувствуется большая мудрость и профессионализм Павла. Он включил в тренинг и теорию об отношениях, и трансы, чтобы поддерживать нужное состояние, и отработку внутренних конфликтов. Мне это очень понравилось.
и я ни секундочки не пожалела, что вписалась в этот тренинг. Этот тренинг нужен всем женщинам без исключения. Каждая найдет для себя то, что ей нужно, чтобы быть счастливой, гармоничной и полной жизни.